Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои родные, с вами ваша Елена, рада всех приветствовать на моем канале. У нас сегодня 31 мая и второй день двухнедельного марафона продолжается, набирает обороты. Девчоночки, я вчера рассказала вам и показала, как я готовлю салат-щетку, очищающий салат. Надеюсь, что вы последовали моему совету и попробовали этот замечательный, полезный салат, очистили свой кишечник от шлаков и токсинов. Очистили свой организм. Кстати, у меня это ощущение было буквально 2 дня. Первый день я очищала при помощи свеклы, а второй день, вот вчера я с вами вместе готовила салатик из моркови, свеклы и зелени с добавлением кефира. Можно также в этот салат, девочки, добавлять растительное масло. Вот я вчера об этом забыла вам сказать. Ну, ничего страшного. Надеюсь, что многие из вас такой салат уже готовили и кушали. И я просто уверена, что вам этот салатик пойдет на пользу, пошел на пользу. А также я вам вчера давала первое домашнее задание, чтобы вы подкорректировали свою фигурку. Задание заключалось в том, чтобы вы сделали массаж при помощи бутылки с горячей и холодной водой, то есть контрастно. Сперва горячей водой, потом холодной водой. Если вы сделали, пишите в комментариях, как вам такой массажик, понравилось вам или нет. Я надеюсь, что вам понравилось. Такой массаж мы с вами будем делать хотя бы через день, девочки, чтобы наша фигура подкорректировалась. Кстати, такой массаж очень хорошо для нашей кожи, имейте это в виду. Если у вас имеются на бедрах растяжки, также можете таким же способом подкорректировать ваши бедра и убрать растяжки и целлюлит. В общем, так, мои хорошие. Ну, а сегодня, мои хорошие, я затрону такую интересную для многих женщин темку. Это утренние отеки на лице, ночные отеки на наших ножках и просолевые ванны. Почему у нас с вами происходят отеки? От чего у нас это все случается? Ну, здесь, знаете, мнений может быть очень много. От самого простого, да, до самого сложного. Самое простое, это что у нас, девочки? Это у нас неправильный, значит, сон, да, не вовремя мы ложимся с вами в баиньки. Второе, мы с вами пьем очень много жидкости, особенно на ночь. Значит, третье, это мы с вами едим много соленого, много жирного, много острого. Вот, из-за этого у нас по утрам на нашем прекрасном лице появляются отеки, от которых, кстати, сложно избавиться сиюминутно, но все-таки это возможно. Вот. А сложность в чем заключается, если у вас постоянно отеки? Это значит, девочки, у вас есть какая-то проблема со здоровьем. И надо срочно обратиться к специалисту за помощью в поликлинику, сдать анализы, пройти обследование, чтобы уже вывели причину этих отеков. Здесь может быть много. Здесь может быть также и сердечная какая-то недостаточность, и почки. В общем, много всего может быть. Я не доктор, я не врач, я не могу вам в этом ничего подсказать, просто могу сказать, что надо обратиться к специалисту. Именно знающий человек вам поможет, вам подскажет. И благодаря этой помощи вы сможете избавиться от этих отеков или хотя бы предотвратить их постоянное регулярное проявление. Я уже это по себе заметила, определила. Если я, допустим, много пью жидкости на ночь, тот же самый чай, да, тот же самый сок, да, тот же самый кофе, то все утром, мама, не горюй, отеки мне просто-напросто обеспечены. И как с этим бороться? Как я лично с этим борюсь? Я делаю холодные компрессы для лица, делаю компрессы с холодной водой и солью морской, или просто можно с чистой водой сделать и добавить туда отвар ромашки, чтобы только вода была холодненькая. Или же протираю лицо кубиками льда. Кубики льда можно приготовить самостоятельно с любыми травами, какие вам больше нравятся. Я, допустим, люблю с ромашкой и также люблю с корой дуба. Вот такие у меня кубики льда. Они у меня есть постоянно в наличии в морозильной камере. Девчоночки, итак, как я убираю утренние отеки? Все очень легко и просто. Как я вам уже сказала, я убираю при помощи холодной воды. Можно добавить в воду немного соли. На 1 литр я добавляю где-то десертную ложку морской соли. Перемешать все это дело. Берем небольшое полотенчико, салфеточку. Смачиваем в холодной воде.
У меня сегодня соленый раствор. Смочили и приложили на свое лицо. Прилегли и полежали минут 10. Вот так. Очень, девочки, такое приятное ощущение, очень приятное ощущение такой свежести, прохлады. Такие солевые компрессы, холодные компрессы помогут вам избавиться от утренних отеков. Ну а чтобы у нас не было с вами отеков, еще раз вам напоминаю, девочки, говорю, предупреждаю вас, что старайтесь не кушать острого, соленого, что провоцирует отеки на нашем прекрасном лице. Ну и поменьше жидкости на ночь, это естественно. Что касается отек ног, это также, девочки, или какое-то у вас имеется заболевание, что у вас ноги постоянно отекают, или же это от усталости, от переизбытка жидкости, ну также соленого, да, острого и всего прочего. Что надо, конечно, ограничить в нашем питании. Как можно бороться с этими отеками, чтобы ножки ваши успокоились, чтобы спали отеки и ночь вы спали спокойно? Ну, во-первых, это принимать ваночки. На моем канале, кстати, есть такие рецепты ваночек. Можете посмотреть. Ссылочки я оставлю также в описании. Зайдете, посмотрите. Итак, мои хорошие, как еще можно снять отеки ног? Мы с вами будем использовать касторовое масло. После того, как вы ножки хорошо помыли, слегка их пропарили, берете касторовое масло и массажными такими движениями наносите на ваши ножки. Нанесли, одели носочки и ложитесь спать. Касторовое масло очень быстро впитывается, так что не переживайте, что замараете ваши носочки, ничего страшного. И ложитесь спать. Утром встаете, ножки как у молодой. Никаких отеков, ничего не будет. Так что применяйте этот также рецепт. Берите его в свою копилочку, пользуйтесь на здоровье. И еще сегодня у меня такая темка для вас, девочки, интересная. Это солевые ванны для коррекции нашей фигуры. Как правильно принимать такие ванны? Для чего они нам с вами нужны? Вот сейчас мы с вами об этом и поговорим. И обязательно сегодня попробуйте принять такую ванну. Она и расслабляющая. Для кожи просто замечательная. В такую солевую ванну можно добавить ароматические масла или настои ваших любимых трав. Ванна будет не только успокаивающая, но а также сделает вашу кожу более упругой, более подтянутой. И такая ванна прекрасно подходит для коррекции фигуры. После принятия такой ванны душ не принимайте. Просто промокните тело полотенцем махровым. Лягте, полежите, расслабьтесь, отдохните. И через 2 часа, через 1,5, через 2 часа можно будет пойти принять душ. Вот тогда результат будет. Как правильно принимать солевую ванну? Ну, во-первых, за 1,5 часа до принятия ванны ничего не кушать. За 10-15 минут выпить стакан теплой воды. Прием таких ванн 20-30 минут. Вода должна доходить до линии сердца, не выше. Ну, а там уже, когда будете принимать ванну, плечики сами себе и ручки будете ополаскивать. А курс таких ванн 10-15 процедур. Через день. Количество соли на одну ванну 500 грамм. Так что вот, девочки, запасайтесь морской солью. Просчитайте, сколько у вас будет дней проходить процедуры. И пользуйтесь на здоровье. Такие ванны очень хорошо корректируют нашу фигуру, омолаживают кожу, убирают целлюлит, кстати, тоже. И не забывайте, девочки, про скрабы, которые также можно после душа принимать на свое любимое тело. Я надеюсь, девчоночки, что вы делаете утреннюю зарядочку. И сегодня у меня для вас будет следующее задание. Мы с вами начнем с сегодняшнего дня качать пресс. Естественно, перед тем, как это делать, мы с вами должны разогреть наше тело. Это значит сделать небольшую разминочку. И только после этого начнем работать над нашим животом, над нашей талией. Да, девочки, и именно пресс хорошо помогает убирать обвисший живот. Вы сейчас начнете снижать свой вес потихонечку, и кожа начнет слегка у вас обвисать, особенно у кого большие животы.
Я понимаю, что это все сложно, и не каждый сможет сделать такое упражнение, как покачать пресс. Но все-таки попытаться можно. Если у вас нет никаких противопоказаний по здоровью, то попробуйте хотя бы понемножку, хотя бы по чуть-чуть начать качать пресс. Начать подтягивать наш животик, убирать лишние сантиметры стали. В общем, надо начинать, девочки, надо начинать. И сейчас вам покажу, как делаю это я. Ну а вы присоединяйтесь. Буду очень рада, если вам мое упражнение будет только в помощь. Ну что, девчоночки, покачаем пресс, дадим жару. Итак, для того, чтобы качать пресс, я взяла вот такую бутылку воды, полуторалитровую. У меня сейчас гирек нету, я буду качать при помощи бутылки. Мне так будет удобнее. Руки за голову, ноги согнули в коленях на ширине плеч и поехали. Такое упражнение мы с вами повторяем по 10 раз в 3 подхода. Если вам трудно, если вам тяжеловато, сделайте сколько сможете на первый раз, на второй раз немножко увеличьте. А также, мои хорошие, я сейчас качала нижний пресс, а сейчас я покачаю верхний пресс. Руки за голову и поехали. Десять раз сделали, передохнули и повторили. Еще раз вам говорю, мои хорошие, если вам будет сильно сложно, то сделайте сколько сможете. Для первого раза это будет вполне достаточно. Я сейчас буду камеру отключать, буду заниматься. Здесь у меня такое место неудобное для себя выбрала, чтобы камеру поставить. Так что, девочки, всем вам желаю только добра. Будьте со мной. Поддерживайте меня, а я буду поддерживать вас. Люблю вас. Всем желаю красоты, здоровья, хорошего настроения и легкого снижения веса. С вами ваша Елена.